Добрый вечер, дорогие любимые наши зрители. Мы, как всегда, очень рады вам в нашем любимом клубе, в котором мы можем играть вот нашу музыку. Как я пишу, играем мы сейчас не часто, действительно, потому что очень занятые все звезды у нас в составе, и собраться нам не так уж просто. Хотя, в общем, делаем мы всегда это с большой радостью. Я с удовольствием вам представляю вам своих любимых коллег по этой сцене и по моему любимому проекту нашего трио. Виктор Шестак – бас. Петр Ильшин – барабаны. Ну, мы, как всегда, играем нашу авторскую музыку. И мы начнем сегодня с пьесы, с которой частенько любим начинать концерты, композиция, которая называется «Дежавю». Thank you.
Спасибо большое. Сегодня мы не будем играть много прелюдий, как обычно. Сыграем их всего две. Одну сейчас, одну в конце концерта. И сейчас прозвучит как раз прелюдия номер два. С нашей дебютной пластинки «Никитский бульвар», которая, кстати, продается всегда в этом клубе.
Спасибо. Мы сейчас сыграем большую длинную пьесу, которую планируем записать на нашем следующем диске. Она такая немножко программная по содержанию, но, надеемся, не очень сложная все равно для вашего восприятия. Пьеса называется «Отражение». Thank you.
Спасибо. Федор Ильшин, барабаны. Виктор Шестак, контрабас. Мы хотим сейчас сыграть новую совершенно пьесу. И, по-моему, мы ее нигде еще не играли, поскольку мы ее придумали несколько дней назад. И да, сейчас Петя сходит за фонограммой. И эта композиция, в общем-то, тема для этой пьесы мне навела какое-то немножко историческое такое настроение. И пьесу я назвал «Старый город». Thank you.
Также мы сыграем одну из наших новых композиций. Мы, в общем-то, сегодня так получилось, что играем практически весь репертуар нашего будущего альбома. И сейчас пьеса, которая называется «Время назад». Thank you.
Петр Ившин, кстати, барабаны и уже прекрасный соло. Мы сейчас как раз хотим с удовольствием сыграть. Во-первых, я хочу вам представить Петю Ившина не только как прекрасного барабанщика, но и замечательного композитора. Поскольку мы сейчас сыграем его пьесу, и тоже не так часто мы почему-то ее играем, но я ее очень люблю, эту композицию. Она чуть-чуть вообще не по сезону, да, но на следующем концерте будет самое оно, потому что пьеса называется «Ноябрьская песня», «November Song». Thank you.
Петр Ришин, автор композиции. Сейчас мы сыграем пьесу, которую само название выдает, то, что не так давно я ее написал, она называется «5 августа».
Спасибо. Мы хотим уже в заключение сыграть, как всегда, такую большую связку из нескольких пьес. И тут будет еще одна прелюдия под другим номером, номер 3. И закончим мы нашей композицией, которая называется «Аура».
Congratulations. Виктор Шестак. Меня зовут Дмитрий Лунгин. Большое вам спасибо, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы ждем всегда вас на наших концертах. И в следующий раз мы здесь будем 23 ноября. И, в общем, следите за нашими анонсами. Большое вам спасибо.